А денек сегодня офигенский. Без дождя, аж солнышко светило. Ну, прохладно, правда, но все равно такая вот у нас радость. Ну, а сегодня, в общем-то, раз погода такая, и вчера без дождя делал лесенку в погреб, чтобы сварить ее наверху, покрасить и потом вниз поставить. Потому что там на весу варить, ну, гораздо менее удобно. Красить там тоже в респираторе охренеешь. А раз такая погодка, то вот так вот. В общем-то, обычная лесенка, как бы. Заготовки вот эти вот наварил уже давно, летом еще. Сейчас вот две боковинки парные такие. И к ним, соответственно, все вот эти ступеньки переварил. Получилось у нас 15 ступенек. Длина самой лестницы 3,5. А высота нашего перепада где-то 2,5. Поэтому довольно-таки крутовато она, конечно, получилась. Поэтому ступеньки сделал почаще, чтобы ходить было, ну, удобнее. Иначе высокие ступеньки, а в погреб лезешь постоянно, значит, что-то тяжелое туда-сюда тягаешь. Поэтому чем удобнее лестница, тем удобнее потом будет на старости лет. Ну, в общем-то, вот, вчера варил. И сегодня доваривал и красил. Что-то как-то кажется такая маленькая конструкция, а времени угробилось просто караул. Не знаю, вот кто занимается такими работами, или может делали кому-то, или вот может знакомым каким-то делали. Поделитесь в комментариях, почем такая работа может стоить. Ну, примерно такая. Потому что так вот даже если, ну, кто-то попросит, например, там по работе, то, ну вот реально как бы не представляю, сколько брать. Потому что, в принципе, работа-то, ну, кажется, небольшая, а 2 дня убито и еще не доделал. Потому что, ну, ее потом надо будет поставить, как-то зафиксировать. И на сами ступеньки у нас будет 12-й ациид. Здесь он ляжет очень хорошо, потому что у нас сама ступенька 30, ширина 75, как раз пол листа. И 12 ациид на такой площадке по периметру металл, он будет держать мертвого просто. И, соответственно, лесенка будет жесткая, не скользкая. Ну да, конечно, с барабанным эффектом, но хрен бы с ним, это погреб все-таки. Тут как бы не до изысков. Ну а дерево, конечно, туда стрёмно, потому что все равно оно как бы и трухлеет со временем. Пусть оно не сгниет, но протрухлеет. Соответственно, в самый неудобный момент оно может, когда будешь мешок с картошкой нести, оно квакнет. А этого бы очень не хотелось. Ну, так что вот, в общем-то, 2 дня прошло, а результата работы особо и нету. Ну и опять же, кто цены знает, поделитесь, не жмотитесь. Ну, а завтра будем ее ставить. В общем-то, вот, как-то так.